Я сегодня поделюсь с вами рецептом вкуснейшего морковного тортика. Для начала отделяем белки от желков и начинаем взбивать, постепенно подсыпая сахар. Примерно 50 грамм сахара мы оставим для желтков, должны получиться плотные пики. Подсыпаем немного сахара к желткам и взбиваем до пышности. Перекладываем желтки к белкам и аккуратно перемешиваем. Далее добавляем растительное масло, перемешиваем и просеиваем муку. Снова все аккуратно перемешиваем. Теперь к морковке добавим оставшийся сахар и пробиваем блендером. Перекладываем к тесту и хорошо перемешиваем. Переливаем в форму диаметром 16 см и выпекаем при 170 градусах 45 минут. Для крема мягкое сливочное масло взбиваем с сахарной пудрой и добавляем сливочный сыр. Взбиваем минуту и наш крем готов. Собираем тортик. По желанию можно пропитывать. Наносим крем и повторяем наши действия. Украшаем по желанию.